Здравствуйте, девочки! Здравствуйте! Ну что, давайте позанимаемся. Первое упражнение с теннисным мячиком. Вытягиваем правую ручку вперед, начинаем подкидывать и сразу же ловим. Все, приступайте. Я привык поиграть с ее, поэтому у меня так хорошо получается. Ну, давай посмотрим. Мячик колючий. Стараемся ладошку не разворачивать. Ладошка вниз и локоть прямой. Ну-ка, Карина, добавь скорость и поменьше амплитуда. Рукой так не маши. Раз, 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 раз. Вот. Молодец. Поменяли руку. Левую ручку. Раз, раз. Хорошо. Молодцы. Следующее упражнение. Одна рука за голову. Другой ручкой подкидываем и ловим другой рукой. Обязательно провожаем мячик вниз. Когда он коснулся ладошки, сразу ручка вниз. Вверх, вниз. Оп, и меняем. Получилось. Да, и подряд. У кого хорошо получается, повыше подкидываем мячик. Заходи, бери мячик. Молодцы. Следующее задание. Бросаем мячик об пол, хлопаем, ловим другой ручкой. Одной рукой бросили, поймали другой рукой. Раз, Эвелина, и другой ручкой бросай, не одной и той же, меняй. Какой поймала, с такой начинаешь. Другой рукой бросай, правый теперь, наоборот, наоборот. Вот, да, левый лови. Кто там валяется? То же самое, только подбрасываем наверх, хлопаем, ловим. Поехали. Стараемся ловить с прямой ручкой. Локоток прямой. И также пробуем повыше подбросить. Нет, сначала. Ну, сначала, да. Ну, ладно, хорошо. Одной ручкой ловим. Ну, пока с одним надо научиться, да, потом уже. Так будет. С одним легче и легко. Давай, давай. Теперь чередуем вниз,
наверх. Следующее задание. Руки в стороны. А мячик? Мячик в правой руке. Ножки вместе. Под коленкой, под левой. Бросаем, ловим левой рукой. Раз. И затем наоборот. Два. Бросить повыше. У кого получилось? Кто покажет красиво? Оп, давай, Карина. Только не приседай, когда коленку поднимаешь на прямой ноге. Ой, слишком высоко. Правая рука, левая нога, девочки. Маша, молодец. Давай. Ручкой накрест, другой ловим. Жалко не жонглировать, не уже жонглировать. Накрест под рукой ловим и сразу меняем под другой рукой, Дарина, сразу поймала какой рукой. И так начинаешь следующей ручкой. Мама, я потуже пойму. Локти тоже прямые. У кого получилось? Маша, молодец. Давай теперь на полупальчики встань красиво и делай. Раз, два. Подкидываем выше, Соня. Пробуй повыше. И теперь один раз под коленкой, под рукой. Под коленкой и под рукой. Возможно, возможно. У кого получается? У Маши получается? Раз. И под рукой. Не надо. Да. Под коленкой. Под рукой. Так смотри, ты не ту ногу поднимаешь, Маш. Правая рука, левая нога. Вот. Вот. И сделай теперь, поменяй местами. И с левой ноги. Раз. Угу. Раз, поймала. И под ручкой. Молодец. Следующее упражнение. Упор лежа. Приняли. Одной ручкой о пол. Бьем мячиком, ловим другой рукой. Давай, 10 раз делаем. Он должен один раз об пол стукнуться. Я 6 раз делаю, даже 4. Давай. Хорошо. Доделываем 10. Следующее упражнение. Упор лежа. Подкинуть мячик, поймать другой ручкой. Не уронить. Кто? У кого получается? Ну давай, Винетта. Оп, молодец. Оп, хорошо. Так.
снимет Соня. Давай, иди, я тебя сниму. Получается, да. Давай ты мне хотя бы раз сделай. Слишком далеко кидаешь, видишь? Поближе. Встаем к станку. Мячик на пол. Массируем стопу правую. Мячиком. Все, начали. Катаем. Хорошенько нажимаем. Нажимаем, нажимаем. Локти со станка убрать. Или слава, не висим. Поменяли ножку. И левую помассировали. Теперь под правую стопу вытягиваем ножку вперед, пальцами зажали мячик и коленочки дотягиваем до конца. Нет, прямые ножки, вот. И возвращаем на пятку ногу, пальцы держат мяч все время. Вытягиваем вперед. Чувствуем, как растягивается подъем. И, Полин, что там делаешь? Хорошо, что хрустно. Колено выпрямить и одно, и второе. Тянется подъемчик. Ну, пальцы поджимай сильнее. Вот сразу зажала и пошла, закручиваешь. Угу. Поменяли ногу. Левая, то же самое. Зажали мяч и пошли. Угу. Коленочки прямые. Стоим на кубике. Пяточки свисают. Приготовились на ролеве. И раз. На сломанные пальчики и два. Коленочки выжимаем. Полупальцы три. Опускаемся. Четыре. Пяточки свесили. Колени вытянули. И так стоять. Одна, не надо отклячивать назад ничего. И полупальцы. Раз. И два. Коленки Тася дожимаем. И три. И четыре. И раз. И два, и три, пятки вместе, четыре, сразу же на голеностоп, и раз, и вниз, и раз, и вниз, и раз, и вниз, колено, Полиночка, вытягиваем, и раз, вот так, стоим, стоим на голеностопчиках. Дарина, пятки соединяй. Упор на большие пальцы все. Пошли, шагаем. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Спустились. Правая ножка на голеностоп. Левая на полупальчик. Встаем. Правая на голеностоп, левая на полупальчики. Ножки соединили. И теперь левую стопу просто поднимаем вверх. Приготовились. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два,
три, четыре. Раз, два, три. Поменяли ноги. Пошли. Правую поднимаем. И раз, два, три. Выше четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Вверх, вниз. Раз, два, три, четыре. Велислава, ножкой работаем. Раз, два, три, четыре. На большой пальчик упор. Раз, два, три, четыре. Опустились. Четвертая позиция. Вывернули ноги. Выворот на Велислава. Выворотно. И теперь поднялись на голеностоп. Встали на голеностопчики. На большой палец упор. Вытягиваем колени. Вытягиваем, стоим. На большие пальцы все, девочки. Тася, ты на мизинец давишь передней ногой. Вот, умница. И теперь просто переднюю ножку поднимаем вперед, невысоко. И раз подняли. И два вернули. На большой палец надавили. И раз. И два. На большой пальчик. Коленки дотягиваем. И раз. И два. Пяточки вперед. И раз. И два. Пяточки вперед. И раз. И два. Еще немножко. И раз. И два. Четвертую позицию, Полина. Где четвертая? На большой палец упирайся, переднюю ножку. Вес сделай на большой пальчик. И раз. И два. На большой пальчик. Опустились. Левая ножка, то же самое. Переднюю выворачиваем, Карина, ногу. Коленочки дотягивай. Еще пятка вперед. Эвелина, ты поменяла ноги? Да. Незаметно. Левая спереди. И раз. И два. Всегда с правой начинаем. И раз. Карина, выворотно поднимай пяткой вверх. И вот. Нет, косолапишь. Два. Вот так. Выворотно. И раз. Давай. И ставишь. Тоже пяточка вперед. И раз. Делай немножко на согнутых ножках. Выворотно. И два. Пятка вперед. И раз. И два. И три. Четыре. И раз. На голеностоп. Два. Айденай. Где голеностоп? И три. Не висим на станке. Четыре. Стоим.